Как мы уже рассказывали, в нашем календаре сегодня повсеместно отмечается День кино. И, конечно же, мы не могли сегодня обойти эту тему стороной. Тем более, что в нашем городском округе снимали не один художественный фильм. Вспомним ленты, которые снимались в Первоуральске и окрестностях. 56-1-3. В августе 2017 года на центральном стадионе нашего города развернулись съемки фильма «Последняя милая Болгария». Действие картины происходит в Казахстане в 1943 году. Как оказалось, архитектурный облик спортивного комплекса как нельзя лучше подошел под описание большого рынка в Алма-Ате. Для съемки этого эпизода в Первоуральск привезли 600 килограммов яблок. Идею фильма по мотивам произведения Зощенко режиссер Александр Федорченко вынашивал 20 лет. В Первоуральске снимали самую первую сцену. Это, наверное, самая массовая сцена фильма. Здесь массовки человек 60. Вообще фильм сложный, исторический. И действие происходит с 1900 года до 1943 года. Вот это со всеми революциями, войнами. 4 года назад окрестности поселков Белимбай и Вересовка стали декорациями для исторического детектива «Золото Лагина», главную роль в котором исполнил Александр Балуев. Фильм основан на реальных событиях. По сценарию актер играет роль золотопромышленника Ивана Лагина, который организовал артель в советское время. Лагин говорит, откуда эта шпана тебя знает? Саша, это уже после столовой. 4-6-1-1. Ну а в 2019 году съемочной площадкой для сериала «Угрюм река» по роману писателя Вячеслава Шишкова послужила деревня Каменка. Здесь, на берегу реки Чусовой, появилась новая деревня. В течение 2 месяцев рабочие строили декорации. Роли сыграли Юлия Пересильд, Александр Балуев, а также в эпизодах были задействованы и первоуральские актеры. Молния. Надеемся, в будущем мы еще не раз увидим уральские пейзажи на российских экранах.